Меня зовут Антон Кучумов, и я хочу помочь тебе стать лучше. Мне не важно, какого ты пола, сколько тебе лет, или когда была твоя последняя попытка привести себя в форму. Потому что я гарантирую, что ты сможешь получить желаемый результат. Информация о всех участниках всех предыдущих запусков находится в открытом доступе. Можешь посмотреть и убедиться, что я говорю правду. Все, что от тебя требуется, это записаться на программу и дать себе слово дойти до конца. 100-дневный воркаут. Пришло время изменить себя. Всем привет! Сейчас куда ни глянь, все захотели выучить передний виз. И форсится такая тема в интернете, что, мол, при удержании переднего виса нужно обязательно сводить лопатки, чтобы лучше напрягала спина и эффективнее вы могли... Широкую на широкую! Андрей, помоги ему развернуть широкую на широкую! Так ли это на самом деле? Эта тема пошла от наших зарубежных коллег. Но я, когда учил передний виз, никогда так не делал. То есть я никогда не сходил в специальные лопатки. Я держал руки так, как мне удобно. Просто так, как обычно телосложение идет. То есть ни назад, ни вперед, сильно не отводя плечи. Но как вообще, по идее, на самом деле это все дело происходит? Как же эффективнее? Сведение лопаток соответствует движению отведения плеча назад. А также, собственно, и руки назад за спину. В переднем висе мы удерживаем руки перед собой, то есть впереди. Вперед, когда мы удерживаем что-то, то эффективнее напрягать будут наши мышцы, выводя плечи вперед, наоборот, вот так. Вы можете провести эксперимент простой, взяв гантельку или резину и попробовав вот, отвести руку вперед и выполнить это движение. Вообще передний вис именно по нагрузке похож на такое упражнение в спортивном зале, как тяга на прямых руках блока перед собой. То есть... Вот, вертикально. Там техника такая, что в начале амплитуды мы отводим руки вот так вперед, плечи вытягиваем и тянем. В конечной амплитуде, когда мы доходим вот уже до тела, назад уже отводим руки, то есть сводим лопатки. Так спина у нас напрягается по всей амплитуде хорошо, равномерно. Поскольку в переднем висе вся нагрузка нападает именно на вот этот момент амплитуды примерно, да, то есть... Руки вперед под таким углом, то смотрите, как будет легче удерживать, так или отведя лопатки назад, сведя их. Конечно, уводя руку вперед, нам намного проще выполнять движение, потому что, во-первых, грудь начинает хорошо включаться в работу, а в этом упражнении грудь работает, по крайней мере, малая грудная именно за это движение отвечает. Как видите, я абсолютно ровно держал передний виз, как и при обычном положении рук, да, не сводя лопатки, так и сведя их. Но при сведении мне было намного сложнее удерживать, потому что, да, мышцы спины лучше чувствуются, это правда. Но они чувствуются не из-за того, что вы там начинаете эффективнее передний виз держать, а из-за того, что вы выполняете дополнительное сокращение, дополнительное движение, скажем так. То есть вот так вот у вас тело начинает ходить вверх-вниз относительно рук. Но... Наша задача вот этого движения, то есть подъемы тела до горизонтали, а не движение в горизонтали этого тела. Поэтому мы совершаем абсолютно ненужное нам движение, усилия в этом упражнении, тем самым его усложняя. Держать передний виз без сведения лопаток проще. Я могу очень долго его продержать, со сведенными лопатками, я не знаю, там, ну, может, секунд 25 я продержусь, не больше. А вот при каких движениях нам нужно сводить лопатки? Во-первых, когда у нас будут руки стремиться за спину, это при удержании переднего виса в таком подтянутом положении, при удержании дивана на брусьях и обратном самолета на кольцах. Здесь, чтобы тело было ровное, оно было достаточно высоко, то есть у нас тело должно быть на уровне плеч вот так идти, да, одинаково. Тогда нам придется отводить лопатки. Здесь же наше тело ниже, нам нужно просто, чтобы оно было ровное. Поэтому в переднем висе не нужно делать это дополнительное усилие, чтобы... Виз был ровный, чтобы держать было проще, нет. Виз-то может и будет ровный с таким положением, но держать его будет сложнее. Еще одна особенность – это напряжение пресса. Когда мы держим передний виз, чтобы ноги не проваливались, чтобы тело было идеально ровным, пресс напрягается. Напряжение пресса, соответственно, движение приведения нашего таза к груди, то есть вот скручивание получается.
Чем сильнее мы скрутимся, тем будет легче нам напрячь пресс, тем сильнее мы сможем этому движению выложиться. При сведении лопаток у нас тело выравнивается и даже немножко начинает прогибаться естественным путем в пояснице. Тем самым пресс напрягать будет сложнее, из-за этого вы машинально будете напрягать поясницу, и в переднем весе у вас она начнет забиваться, хотя она там не должна работать. При отведении рук вперед у вас спина округляется, тем самым вот именно в положении груди происходит немножко небольшое округление, и с этим округлением пресс как раз таки напрягается лучше. То есть прессом будет намного проще напрягать с немножко округленной спиной, чем вот спиной такой выгнутой вперед. Поэтому тут тоже очень большой плюс, чтобы не забывалась поясница, чтобы правильно напрягался пресс, нам нужно держать передний вес с обычным положением рук, чуть-чуть даже, может быть, присогнуться, но так, чтобы тело было ровным. У нас как идет? Вот тело ровно, потом небольшой изгиб в этом плане, да? То есть мы маленько как бы сгарбливаемся, через горб делаем. Вот он идет, да, но относительно горба нашего, округленной спины, потом дальше передний вес уже ровно идет. То есть чисто на вид передний вес получается ровный, хоть и через горб, так же, как и горизонт удерживает. То есть вот держишь горизонт, вот он как бы горб, но дальше идет остальная вся спина ровная. Поэтому как передний вес, так и горизонт через горб получается на вид ровный. Иди, блядь, ори! Конечно, обе этих техники имеют право на жизнь. Со сведенными лопатками, идеально ровной спиной или через горб, но тоже все равно ровный передний вес. По мне, так через горб вот делать с немножко, либо с обычным положением плеч, либо слегка вперед отведенными проще. Потому что, как я сказал, мы не выполняем дополнительные усилия здесь. И нам проще удерживать передний вес, можно его удержать так достаточно долго. То есть спина быстро не забивается относительно того, если бы мы сводили лопатки. Просто попробуйте освоить передний вес с такой техникой, с такой техникой. Ну и посмотрите, как вам проще будет. Ну а на этом все. Надеюсь, выпуск был для вас полезным. Если так, ставьте лайк. Не забудьте подписываться на канал и увидимся в следующих выпусках. Пока, ребят!